Всем привет, друзья, с вами Александр, и я продолжаю играть в модификацию Lost World Origin. Нашел я старого знакомого Сидоровича. Он, как всегда, сидит в своем замечательном бункере. Посмотрим, что он может предложить нам. Мне, конечно, как и вам, непонятно, почему главный герой не вернулся на базу военных. Ведь он не виноват в том, что погиб Гайкин. Зачем ему брать задание для новенького? Странно. Об этом история пока умалчивает. Давайте не будем забегать вперед и посмотрим, что же все-таки дальше будет. Сидорович, у тебя есть работенка для новенького? О, еще одному на большой земле не живется. Какими судьбами? А хотя мне без разницы, только если выжить тут хочешь, то придется первое время на меня поработать и приодеться немного. Я не хочу на тебя работать, я хочу вернуться на базу военных. Я приехал туда на УАЗике, у меня там есть амуниция. Я как минимум офицер. Хорошо, даже если я сержант. Ладно, какая у тебя работенка? Сидорович просит отжать артефакт «Ночную звезду» у тупорылых бандитов, которые засели на агропроме. Не знаю, сложная это или легкая задача, но мы оказались в безвыходной ситуации. И нам придется работать на него. А может, про артефакт расскажешь сначала? А то принесу я его тебе, всучишь мне за него десяток, а сам за периметром за 20 загонишь. Выскажем недоверие Сидоровичу. Сидорович говорит, что если не доверяешь моему слову, иди ищи работу в другом месте. Ладно, берем это задание. Также я продал артефакт «Золотую рыбку». У меня есть немного денег. Я куплю вертикалочку двухствольную. И 3 пачки патронов к ней. Замечательно. Идем на агропром выносить бандитов. Неплохо. Вот так бы всегда. Нести демократию по-американски. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле, каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Вроде справились. Но жизни у нас совсем на донце. Мужик, у тебя есть бинт, аптечка? Да, у него есть все, но у меня тоже есть. Живи, живи, мужик. Еще. Аптечку, еще хилку. Мне совсем плохо. Зато вроде чисто. Где-то постреливают, конечно. Нет, один все-таки остался. Вот злодей. Да, из тебя такой же стрелок, как из меня. Всех люблю на свете я. Замечательно, теперь будем лутать. АКМ. Всего полно, но ведь у меня уже перегруз. Да и здоровье совсем на донце. Но я жадный. Не хочу оставлять добычу. Аптечка действует не сразу, и не сразу восстанавливаются жизненные силы. У меня есть подозрение, что даже не аптечка их восстанавливает. Но об этом позже. Мне нужно скинуть лишнее. Слишком большой у меня перегруз. 32 килограмма из 20, на которых можно спринтить. Но мне жалко, конечно, все это бросать. Тем более денег у меня не так уж и много. Ладно, если что, я вернусь. Пока так.
Сидорович говорил, что артефакт находится где-то на чердаке у бандитов. Туда и пойдем. Да, с АКМом и жизнь веселее. Кстати, у меня нет фонарика, сели батарейки. Сделаю сейв, здесь не помешает сохраняться. Мне кажется, модификация будет люто хардкорна. Хотя пока не так уж и сложно. Так, вот наш замечательный артефакт. И можно возвращаться к Сидоровичу. Задание мы выполнили. Вешать, не вешать на пояс? Не знаю. Давайте попробуем. Неплохой артефакт. Хорошо, возвращаемся к нашему заказчику. Добрался я кое-как до Сидоровича, но для этого пришлось мне начинать игру сначала. Что притащил? Потому что стамина и уровень индикации здоровья жили своей жизнью. Не знаю, с чем это связано. Я начал сначала, поставил 4-й, по-моему, фикс. Да, 4-й. И продолжаю в бункере у Сидоровича. Выполнили моего задания. Получили немного денег. И недолго думаем, смотрим очередной диалог. Он говорит нам о том, что на Агропроме есть редкие артефакты. Конечно, сходим поищем их. Почему нет? Да, получили еще припасов. И еще у нас есть задание. Он говорит о неком сталкере-аресте, который должен был проникнуть в зону со стороны блокпоста, но там сменился командир. Поэтому сейчас затруднение, и нужно вывести его оттуда, пробраться вдоль ручья, встретиться с арестом и привести его сюда. Здесь мы выступаем в роли проводника. Давай наводку, пойду выполнять задание. Наводку в смысле не наводку, а координаты. Да, встретиться с арестом. Посмотрим на него. Понял я наконец, что восстанавливает стамину и здоровье. Стамина хорошо восстанавливается едой, завтраками, а здоровье хорошо восстанавливается минеральной водой из фляжки. Не знаю, да, зачем аптечки. Ну, они тоже хилят, но, как я понял, они прибавляют радиацию. Да, мы подошли к месту встречи. Здорово. О, мэн, рад видеть. С тобой мы горы своротим. Вот и ты, наконец. Я уже штаны все намочил, пока на брюхе от постовых хоронился. Пошли, только рот на замке. Да от меня не отставай. Да, пойдем. Кстати, я ходил на блокпост. Там сейчас все враждебны. Они меня не воспринимают уже как военного, как своего сослуживца. Хотя что я сделал? Я ничего плохого не делал.
Я не сувал этого вояку в аномалию. Он сам туда залез. Арест вы идете? Не заставляйте меня ждать. Да, это красиво. Еще раз повторю, модификация выглядит внешне очень достойно. Не знаю, откуда они взяли эту травку, деревья, но внешне все выглядит очень достойно. Единственные модификации, в которой я играл, это были тайные тропы. Первая или вторая часть, я не помню. И, конечно же, фотограф. Ну, здорово! Который меня очень впечатлил. На мой взгляд, это просто бомба. Лично мне было очень интересно играть. Но сейчас не об этом. Так, мы привели Ареста. И что он делает, для меня непонятно. Он стукнул нас. Сидорович, что происходит? Я не вижу диалога. Братан, ты не врубай? Да-да, братан. Все. Нету ареста. Ладно. Зайдем с другой стороны. Арест снова жив. Ты опять пойдешь туда? Не хочет идти. И как выполнить это задание? Или его все-таки нужно отвезти в деревню? Новичков. Да, готово. Поговорить с Сидоровичем. Стамина у меня упала. Поем и выпью водички. Тут темно. Вернулся? Да, все нормально. Арест, я надеюсь, ты не убьешь опять сам себе. Да, иди к Сидоровичу, все. Мужик, давай. Давай по-хорошему. Есть задание выполнено. Поговорить с Сидоровичем. Все, привел твоего парня. В деревне сидит. В целости и в здравом уме. Да, мы выполнили твое задание. Ты нам что-нибудь дашь за это? Работа на примете, хвост собаки, артефакт медуза. Нет, пока мне эти задания не интересны. Помним, что у нас есть задание направиться на Агропром. Именно там сталкеры нашли много артефактов. Нафига ты? Туда и отправимся. Да, я на Агропроме, я быстро пробежал свалку, там не было ничего интересного. На этом я думаю закончить серию. С вами был Александр. Всем спасибо. Всем пока.